Всем привет на другой жизни. Кофейку. Апрельское утро. Стояло тепло. Сильно, достаточно, там под 18 градусов даже температура была. Сегодня ноль, чтобы вы понимали. Прохладно, ветер сильный. Но мы сейчас в лесную зону заехали, конечно. Ветру поменьше, но все равно есть. Продолжаем сериал «Поиски древних поселений». На этот раз опять, грубо говоря, в районе Оки. То есть у нас Ярославль и Окские территории. И несколько новых мест на карте, которые нужно проверить. Будет что-то, не будет, сами знаете. Все это, как это называется, все мы ищем ногами в любом случае по Средневековью. Естественно, мы, кстати говоря, так для некоторых, кто там спрашивает, мы не лазим на археологические памятники, на всякие городища, на... Понятное дело, что зачем это нужно. Вот. Мы ходим по лесам, которые заброшены, как бы с советских времен леса обрабатывались, выпиливались, сажались. То есть все перевернуто, естественно, уже давно. Единственное, что только по паномике местности можно понять, что что-то могло там быть. Ну вот. Короче говоря, сейчас, в принципе, замечательный лес еловый пока что. Сосновый, говорят. То есть грунт подзол с песком. Смотрели почвенные карты. Ну, разный подзол, там их, оказывается, целый перечень. Я, кстати говоря, ссылочку, не ссылочку, сейчас прикреплю картинку. Говорю, посмотрите, что вообще за почва бывает, что за почвенные карты. Вот. Это хорошо, будем надеяться, что что-то будет тут. Вот. Потому что, конечно, хочется-то не империи, хочется немножко пораньше. Ладно. Сколько? 600, да, это первый макушка. Люб смотрит по навигатору. Вот. Пьем кофеек и выдвигаемся. Посмотрим, что там будет, друзья мои. Вон там, да. Двигаемся по дну оврага. Вот он идет. Он такой, с разветвлениями, размытый, да. Вон прибор у меня стоит. Там находка. Что бы это могло быть? Черт ее знает. Я вот не могу понять, что это такое. Понимаете, вот канавка как будто, да? Но канавка не на станке сделана, а вручную. Вот видно, что ее пропиливали чем-то, зачем-то. Что это за хрена? То есть это, ну, либо медь, либо сплав какой-то медный. Звенел офигенно он там. Все, туда вернусь. Пока крутимся, ищем первую точку. Что-то я заблудился в трех соснах. Вокруг хожу, не могу на нее выйти. Ну, это склон до холма. Я понимаю, что это склон холма, но она как этот. Вот. Продолжаем. Погода замечательная, прохладненько. Друзей наших пока не видно. Даже вот сухостой пока не вылазит. Ну, холодно сегодня, может быть, они и повылазят. Посмотрим. Сейчас солнце пригреет, чуть-чуть они вылезут. Ты же помнишь, они плюс 3, они уже... Ну да, да, да. Опылят, если солнечно. Первая точка. Суть по всему, вот мы ходим, я говорю, кругами. Вот он, холм. Что-то на нем. Сейчас вот так по оврагу, по краю шли. Куча железных, подкованных сигналов. Какое-то кровельное железо попалось. Ну и прикольная находка. Не из нашей тематики. Да, не из нашей тематики, но красивая. Сейчас покажу. Серебро. Знаете, какая пуговица. Мы посмотрим, поищем сейчас, конечно, что это. Это серебро. Смотрите, сохран. И зеленушечка внутри. Прям красотуля с эмалями. Обалденно. Таких не видел. Не было у нас. Вон где прибор валяется. У меня выпрыгнул он из рук от радости. Вот такие пряжечки попадаются. Вот обычные малюсенькие. И конина стандартная. Так, отсюда. Сейчас пойдем на гору. Ну, здесь надо полазить. Интересно. Но это не наша тема, но из такие находки... Ну, слушайте, мы в разведке, как я попадаю. Конечно, да, если... Ну, кованое. И в 18 веке кованое железо было. И в 19-м, и в 20-м. Ну, сейчас полазим, будет более понятно. Если будет что-то вот такое, именно какие-то, не знаю, пластика или монеты, то
Тогда будет ясно, что как, ну, в какие года здесь это было. Ну вот здесь овраг и вот холм. Попробуем. Классика жанра. Да, друзья, действительно все звенит. У меня из ямки пряжечка, а у Любы вот такой замечательная копеечка. Ну, видимо, и пуговицы тех времен. Вот ну, самое сейчас интересное, что у нас в таком сохране-то нету. Нету. Посмотрите, какой сохран. Охренеть. Вот вам лесной коп. Вот посмотрите. Вот ее вам, прям помыл. Вот вам песчаник. Помыл, да, и в альбомчик. Ну, естественно. Запусти. Как, господи. Начал язык сразу заплетаться начал. Короче, завосковать. Ну, не завосковать, а это. Ну, вы поняли. Законсервировать. Законсервировать. Вот, вспомнили слово. Еще до горы не дошли. Сигнал фуймы черных. Что здесь было? Здесь была наша точка. Но точку я сюда ставил, сами понимаете. То есть не по средневековью. На, положи. По средневековью, но на всех картах, естественно же, мы проверяем и современные карты, и с этого места, и все остальное, как бы, да, ну, я имею в виду современные Менде. Да, 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 да. Ребята, мы живем в 19-м. Нигде ничего нет, вот именно. Ни на Викимапе иногда вот точки ставят, там, ну, люди, которые посещают какие-то места, отмечают, там, там-то было то-то-то. Там выкопан пруд. Там кого-то пруд, ну, я извиняюсь. Здесь ничего нет, только вот наши опознавательные знаки, скажем так. Ну, монетка зачетная. И пуговицы тех времен. Да, для еще низкопрофильника. Вообще офигенно. Конечно, прекрасно. У меня обычно все гнилые. Ну, я имею в виду с полей. Вот. Ну, то, что мы у тебя достаем, да. Почва, смотрите, как охренеть. Люб поднялась на холм. Тишина. Вниз спустились, продолжаются черные сигналы. Вот, все это рядом. Это здесь шла дорога к дегтярному заводу. Нет, дорога. Здесь было что-то, дом стоял где-то или что-то такое. Потому что кровельное железо я находил. Это уж точно. И уход снушил. Да хрен его знает. 68 год. Тачок, да, лопатой заехал. Отвык я монеты-то копать, ё-моё. Глубоко, штык, наверное. Ну ладно, что ж теперь. Как я сказал, не надо теребить удачу за яйца и бегать. Если место выдали, вот и нужно на нем ходить. Хрен с ним, пусть по империи. Но сохран-то, посмотрите, здесь какой офигенный. Пойдет. Ой, защелка, да? Ух ты, да. А сюда что-то шпингалет. Шпингалет. Красота. Ну, город, дом здесь где-то был. Так, а где он был? К оврагу, короче, сейчас чуть-чуть двинулись. Но овраг мы попозже пробьем обязательно. Двинулись чуть-чуть вот здесь посмотреть, грубо говоря, вот эту полосу. Сигналы пропадают. Так же, как и на холме. Ну, вот самый край вот я прошла, и на холме ничего нет. Сигналы. Ну, овраг мы потом ближе к вечеру спрыгнем, ну, или когда-нибудь там. Вот. Пока здесь крутимся, здесь надо выхаживать. Прикольно. Такое место такое, ну, приятное. Само по себе. Пушка такая. Шпингалет. Ладно, пока непонятно, но очень интересно. Вон за моей спиной вот это дерево, куст, ямки. Люб копнул там, ну, какой-то мусор был. Кирпич полез красный. Что и требовалось доказать. Нашли какой-то домик. Что за домик? Непонятно. Временной промежуток, ну, то бишь, 1850 плюс. Пока раньше ничего не видели. Во враг пока что не спускались. Лазим вот по этой полянке. Потому что через месяц здесь все зарастет травой. Это ж низинка получается. Ну, как низинка? Это серединка, типа террасы. Потому что дальше идет овраг. А там холм. Вот вам такие дела. Попадаются вот там сейчас, где сосны стоят, вон там. Нашел какие-то накладочки конские. Ну и крест, который благополучно сам согнул лопатой. Что-то я промахиваюсь. Посмотри. Где? Внутрь, сгиба. Да, судя по всему, я его и приложил. Но если он так хорошо согнулся и не сломался, видимо, разогнется обратно. Разогну. Это 19 век, да. Ну-то пусть будет, а почему нет? Хорошенький. Штамповочка. Но да. Уже с Иисусом Христом. Да. Вон там. То есть там вот возле оврага не было, а здесь... Ну, это поздний, 19. Ну, может. Ну, я же 900 какого-то там года монету-то нашел. Все равно. Здесь какого? Еще надо походить. Какой еще? Николашку. А-а-а. Забираем. Ну, убери.
Короче говоря, походили по полянке. Вот, больше сигналов особо нет. Черных тьма. Ну, то есть здесь была дорога и стоял дом. То есть, что, кирпич у нас, кровельное железо, шпингалет, находки, поздняя империя. То есть, конец 18-го, начало 19-го. Подожди, что я несу? Конец 19-го, начало 20-го века. Вот так. Вот, у нас сегодня задача стоит еще посетить некоторые места. Здесь мы ставим точку. Вот, и, естественно, сюда еще забредем, потому что, ну, полазить, я думаю, что еще что-то можно найти. Сигналы, кстати говоря, глубокие. Сверху пару пачек нашел и даже пробку. Ну, прям вот в траве. Вот. Движемся сейчас в том направлении, по-моему, да, ты говорила? Да, вот так вот. Там начинаются овраги тоже, отроги. Вот там надо еще посмотреть. Там уже не овраги. Мы выйдем прямо на холмину. На эту. Ну, на холмину, да, 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 это все край оврага. Короче, эта точка, которую вот, ну, мы надеялись на Средневековье, оказалась, короче говоря, не Средневековьем. Это тут и есть, вот, как и получается. Пойдемте гулять дальше. Так, друзья, следующий объект оказался не холмом, точнее, не совсем холмом. Вот он. Холм висит, а в середине кратер. Это не овраг, там тоже подъем. Может быть, это какой-то, причем на старинных картах он есть. Может быть, это какой-то карьер старинный. Но я вниз спустился, но все равно какие-то железки были, если бы это был бы карьер. Хотя бы какой-то мусор железный. Тишина, штиль. Черт его знает. Вот, вот и поди догадайся. Так, двигаемся на следующее место. Добрались до следующей цели. Овраг. Ну, овраг, в принципе, интересный. Он занимается, ну, естественно, местами буреломный. Сейчас будем проверять, потому что из поставленных точек это крайний у нас на сегодня. Может быть, что-то нам здесь удастся. Пока кроме 19-го, начала 20-го ничего нет. Люб перелезла. Я сейчас пойду на ту сторону. Тот овраг, где я сейчас только что валялся, оказывается, это отрог. А основной-то вот он. Смотрите, какой огромный. Там мама дорогая. Да, и тропа идет. А лапок не видно? Ой, как хорошо, прям столик. Да. Мы сейчас стоим как раз здесь по старой карте. Вот эта штука, это и есть старая дорога, она шла. Короче, здесь она и шла, но это нам не надо. Мы сейчас посмотрим, какие берега. Ой, какое интересное местечко-то. Да? И это еще не основной овраг. Это не основной, это тоже отрог. Еще один отрог. Да, здесь, походу, да. Вон, натоптана тропа прямо оттуда. Так, ну что, мы сейчас определяемся и движем дальше. Ух, мы сегодня накрутим кругов, я чувствую. Это мы только от машины удаляемся. Перелезли через ручей великими с этими звериными тропами. И вот здесь вот. На звериной тропе. Да, на звериной тропе. Мы обнаружили след кабана-комсомольца. Это же это. Давай. Звездочку сами привело. Да? А, да. Вставили. Жесть. Смотрите, какой. Да, винтовой. Был КСМчик винтовой. А год-то нету. Ну, это уже поздно. И звездочку туда какую-то с подложкой вставили. Прикольно. И майка сохранилась. Так, а нам вот туда метров 200 наверх. Вон туда, да. Да. Копали случайно майского жука. Еще пока тормозной. Хрущ обыкновенный или как он там называется? Не знаю. Хрущ, по-моему. Цеплючий. На, забирай его. Цепляется. Он мне нужен. Посадил куда-нибудь. С своими этими лапами колючими. О, прикольный. Охрен, там не сфокусируюсь я. Ну и ладно. Что ты там откапываешь-то? Да. Ну да. В итоге
берег оврага, по которому мы шли, и вот эта старая дорога сошлись вместе, и вышло куда-то они на какую-то там какой-то шлагбаум, черт пойми. Короче, мы туда не пошли, перелезли обратно, и здесь вот уже такой ландшафт. Возвращаемся тоже, вон овраг там с той стороны. Все вот это прочесываем, буреломы. Начали за здравие, кончили за упокой, как говорится. Сигналы практически прекратились, но вот сейчас обычный квадратненький крестик попался. Не, ну необычный, у нас таких не было. В смысле не было? Местного отлива. Ну местного отлива, это понятно, что не ярославский. Вот, отлива, разлива. Так, движемся обратно в ту сторону, где... Ну, короче, где-то, где наша машина стоит, где те овраги. Пока тишина по средневековью. Что ж такое-то, уже который выход, и пока что ничего нет. Ну, того, что нужно. В итоге сделали большой крюк и пришли обратно вот на этот дом 19 века, как мы его на карте обозвали. Вот. Уже, конечно, подустали. Чуть-чуть походили, ну больше ничего нет. Ну какие-то две конинки обломаны, ну то есть ничего такого. Вот как интересно день начинался и как он неинтересно заканчивается. Вот бывает и так. Сейчас двигаем в сторону машины, вот через этот холм. Еще его позвоним. Ну и все, день близится к концу. Ну хоть так сегодня, и то слава богу, но средневековье. Выползли из лесу. Да, что-то подумаялись. Блин, надо как-то расхаживаться сейчас перед большими выходами туда, за монастырь в Ярославле, ну так называемый. Надо форму набираться. Короче, отчет. Это у нас мусор. Всем настоятельно советую. Прям даже матом иногда советую некоторым. Это самое. Забирайте мусор из леса. Выкопали, заберите с собой. Конечно, блин. Не поленитесь. Не разбрасываем все это дело. Зачем? Кто-то какой-то дебил разбросал, а мы потом второй раз разбрасываем. Хоть почище будет. Так, ну и отчет. Горе, конечно. Ну, не горе совсем, но уже здесь из зачетов. Копейка вот эта офигительная. Ну, прям... просто ввиду с охраны. Да, это тоже неплохая, это просто... Это неплохая, ну, это понятно, песок. Но низкопрофиль. Пуговицы серебряные. Кстати, прикол, с чего начали сегодня, пуговка выскочила. Тем только что и закончили. Ну, Любка совета надергал он. Рамочников каких-то. А, ну да. 41-го года. Так, ну, железяки. И вот две пимпочки вот эти непонятные, которые я вначале показывал. И какая-то еще такая, как молоточек. Типа того. Не, ну тут еще какая-то, видно, трубочка была, и здесь тоже какая-то трубочка была. Черт тебя знает. Ну, короче, какая-то хрень, монет с пуговицей в зачет. Ну, КПСС прикольный, вполне себе целый. С накладкой, блин. Вот такой выход получился. Замечательная погода, замечательный лес, продышались. Отдохнули, мозгами, самое главное, отдохнули. Отключает вообще, никакого этого не надо. Никакого... Психотерапевт. Да. Ни бухла, ни психотерапевт. Ничего не надо. Походили. Особенно замается хорошенечко. И тогда вообще отлично будет. И спишь, как младенец. Да, и спишь, как младенец. Так, следующий выход, скорее всего, уже леса Ярославля. Холмы Ярославля и реки Ярославля. Туда вот. В поля мы уже больше не полезем, хватит. Нужно... начинать. Мы им отдали дань. Да. Нужно искать, начинать серьезное. Как бы, то, что ну да, сейчас охота во всем. Нужно, короче говоря, серьезные вещи искать, уже фигней маяться прекращать. И, короче, вот как-то так, ребята. Спасибо, что вы с нами. Всем здоровья и пока.